Ребят, всем привет! Ребят, всем привет, всем доброе утро. Ну, уже дело к вечеру, но я целый день в кровати. У меня ужасная мигрень, сегодня мне ужасно плохо. Владимир поехал делать покупки. Мы сегодня должны были снова пойти в парк, как и вчера, но мы не пошли. Наверное, пойдем завтра, потому что мне стало очень плохо, из-за меня мы не идем в парк сегодня. Вот, но собирались. Вчера очень классное время провели. Дамир дважды попрыгал на батуте, два сеанса. Покатался на лошадке, покатался на горках, на качельках, покатался с Володей на электросамокате. Они посадили три дерева вчера. Три деревца высадили вчера. Потом они разжигали костер. Мы посмотрели в честь дня торговли фейерверк. Мы ходили на фонтана 2. Танцевал на сцене Володя с Дамиром. Потом Дамир просто показал папе, что такое сверчки. Ну вот, там сверчки, короче, есть. Там место одно прикольное, светомузыка. Дамир туда Вову отвел. В общем, мы очень классно провели время. Посмотрели две серии 9 или 10, как 10 королевство, да? Фильм еще моего детства. Вот такой вот прототип. Фильм, который дал дорогу многим фантазийным фильмам, типа «Игры престолов» и «Однажды в сказке», по моему личному мнению. В общем, мы вчера очень круто провели время. Очень круто. Вот. На пляж мы не ходили, потому что был дождь. Вот. Но к вечеру дождь затих, и поэтому мы пошли гулять. Потом немножко еще поморосило. Уже вечером, когда мы гуляли, но прям дождь не начался. Такой прям вот. Ночью был дождь, с утра был дождь вчера. Друзья не приехали, все отменилось, потому что начался дождь. Люди хотели приехать не только посмотреть город и нас увидеть, но и отдыхать, отдыхать на море, отдыхать, посмотреть город, походить, погулять. Как бы, ну, в дождь. Решили не ехать, вот, поэтому приедут в пятницу вечером на следующей неделе, мы будем их, конечно же, с радостью ждать, поэтому этот момент у нас перенесся, скажем так, вот, все, друзьяшки, до новых встреч, покажу еще, какие покупки Володя купила, в общем-то, как-то так, в Сочи сейчас просто дикая жесть в плане... В плане погоды, вот, в плане погоды, потому что там, ну, у нас было нечто подобное, вот, сейчас вот в Сочи. Бабушка мне об этом сказала, я говорю, ну, у нас похожая ситуация, только, говорю, была ранее до этого. Вот сейчас в Сочи такая же фигня, все, пока-пока, до новых встреч.